7 июня в Центре оперативного управления Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилой квартиры в панельном доме по проспекту Октября, 60. Прибыв на место, спасатели обнаружили горящий балкон. Во время ликвидации пожара эвакуировано 7 человек, один из них ребенок. В результате огнем повреждено имущество на балконе и стены в квартире. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. 9 июня ночью в Гомеле по улице Звездной горел автомобиль Ford Sierra 1989 года выпуска. В результате пожара огнем поврежден салон легкового автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – возникновение пожара – поджог. 12 июня ночью поступило сообщение о пожаре в кафе «Дым Фудландия» по улице Карповича. В результате пожара повреждена часть кровли, уничтожена часть деревянного навеса, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и поджог. Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям информирует. Уважаемые родители, позаботьтесь о безопасности своего ребенка. Отпуская ребенка гулять на улицу, уточните, где он будет находиться и чем заниматься. В очередной раз повторите, какие опасности могут его подстерегать и как избежать печальных последствий. Категорически запретите детям посещать стройки, заброшенные дома, подвалы, чердаки, крыши и водоемы. Будьте бдительны и не оставляйте детей одних. Берегите себя и своих близких. В случае возникновения чрезвычайной ситуации – звоните 101 или 112.